Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы забежали ко мне в гости. Сегодня у нас очень интересный рецепт. Сделаем батончики полезные. Здесь у меня курага и орех. Берем любой орех. Измельчаем. Такая красота у нас получилась. Добавляем кокосовую стружку. Подробный рецепт, как всегда, под видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Так, взбиваем. Перекладываем на бумагу для выпечки и формируем. Я тоненький не делаю. Ой. Такой красивый квадрат или прямоугольник. Вот такая красота у нас вышла. Намечаем наши будущие батончики. Ставим в духовку. Так. 100 градусов на минут 20. Вот такая красота. Наши батончики готовы, но они очень горячие. Мы ждем, когда они полностью охладятся, и снимаем пробу. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!